Деревенская сорти. Смотрим. Доброго дня всем. Насущные работы никто не отменял. И добро пожаловать к Ирине и Евгению. Продолжаем работать. Добавки для Сергея. Ирина тут разошлась не на шутку. Туда же ее в костер надо будет. Ух ты! Вот, прямо в бедро Сергею. Так, а вот это нам надо будет. Надо... Да, таких, знаете, я в бочку сложила много кто. О, малки кому-то везут. Малки. Полная машина. Жена бригадир у меня сегодня в белой каске. Техника безопасности прежде всего. Ну, а у нас небольшая приборочка в машине.
сейчас вот лопатой там под стукос подбивай. Ладно, все, хорош. Я держу, может, двумя руками. Пускай. Не надо, не надо. Неудобно вдвоем. Ну тут я ничего не сделаю. Ты надо будет разводить бодягу и заливать. Не-не, я тут сам. И рассыпай там лопатой. Куда? Туда к тебе? Иди ко мне, да. Тот конец, попробую. Дожидаю, у меня сегодня здесь его не слышать. Могу я выше поднять? Не надо, не надо. Отпускай. Да еще. Опускай. Все, опускай. Вынимай. Так, тебе надо как-то его вот так. Так не получится. А вот ты их выпил. Положи вот эту палку мне. Поближе. Туда, к этой. Стоп, держи, я посмотрю. Отлично. Все, вынимай. Отлично. О, супер. Супер, супер. Класс меняется. Давай лопату. Попал? Полный порядок у нас. Сгробники более-менее выровняли. Все хорошо.
54. О, 54, 50. А тем временем Ирина готовит свое фирменное блюдо. Это кабачки, перец, морковь, лук. Тушится, варится. Соль, сахар, и уксус, томатный соус. Тушится и потом в банке. Получается изумительное блюдо. Мы уже кушали первую закваску, получилась вкусная. Я не лезу в эти дела, полезу, неправильно сделаю. Правда, Ира? За... Ну, ты у меня хозяюшка. Свою работу. Потом помою, потом буду ничего делать. Все, обедик у нас. У нас обедик. У нас обедик. Чего-чего? Обедик у нас. А терочки 100 лет в обед. Ой, сколько. Все шесть нам надо. Ну да. Вот и пригодилось. Так, ну, кастрюля со всеми ингредиентами полная. Ну и вот такая от родителей Ирины осталась. Кастрюлка емкая. Ну что, будем тушить? Будем. Ну, работаем. Thank you.
Ну, вот такой у нас получился деревенский микс, деревенская ассорти из разных сюжетов по нашей деревенской, так сказать, жизни. И на этом тогда все. Всем до свидания. Спасибо, что посмотрели меня. До новых встреч и всем мира и добра. С вами был канал «В деревне, в городе» и я, Евгений. Пока-пока.